Metade τα ρέματα τούτα εγενέτχε ρέμα και ο ίος προς Άμπραμεν οράμα τη λέγον με φοβού Άμπραμ εγώ υπηρεσπίτσο σου. Ο μισθός σου πλούσε στα εσφότρα. Τακ, после же слов этих Егихномай сделалось, случилось. Да, в пассиве, да, возникло. Слово Господа к Аврааму. Так, Орамати. Это я показываю на экране, да? А, да, я нашла, да, зрение. Видение, говоря. Видение, то есть видение скорее, да? Да, а не видение, да? То есть в каком-то образе таком визуальном, да, возникло слово к Аврааму, которое говорило, что он и говорит. Да? Не бойся, Авраам. Закрывать своим щитом, защищать, охранять. Я защищ... Это настоящее время. Да, я защищаю тебя. Мистхос. Бадхэнс, слово такое есть. Мистхос — это буквально это заработная плата или просто плата? Награда, как бы. Да. Плата твоя много будет, очень. Ну, такая хорошая будет, с фодра. Да. А хипераспидзо, какой там существительный в этом глаголе? Хипер? Хипер — это префикс. А. Такого слова, наверное, не знаю. Третье склонение. Аспис аспидус. Щит. Ага. Аспис аспидус. Угу. Ладно, второе давайте. Лева де Абрам деспота, ти мой достейс. Эго де апулюо май атекнос. Го дуйос масектес ойкогенус му. Готос дамаскос элиэдзер. Говорит же Авраам, ну, деспот, в смысле господин, владыка. Что мне дидоми футуруми, значит, что мне дашь, я же апулю развязывать, снимать, освобождать, отпускать, пущать. Но не знаю, какое тут значение, но пока что пусть я освобождаюсь от этого. Это же пассив. В каком смысле? Да, ну, в медиа, я думаю. Ну да, да, да. В каком смысле освобождаюсь? От чего освобождаюсь? От чего старики освобождаются? Старики? Ну, старик, да, здесь Авраам уже, вроде, да? Или нет? Вроде он пожилой здесь уже. И вот дальше атекнос, бездетный. Да, ну освобождать-то от чего? От того, что ему даст Бог, не знаю. Да, я думаю, что от жизни. То есть это эвфемизм. Угу. Я думаю, что я как бы, ну, ухожу, в смысле, умираю. Умираю, приближаюсь к смерти. Мне кажется, сейчас я посмотрю в словаре. Ну да, в смысле, что ты мне можешь дать, если я уже так ухожу? Ухожу, да, в смысле, ну да. Верно. Сейчас я проверю на всякий случай. 15. Аполио. Dismiss. To be set free. Тут нету, тут не сказано, что умираю буквально, нет такого перевода вроде бы нигде.
Let go. Mm-hmm. Только это let go, вот видим в активе. Ну вот поним. А, не-не, есть. Да, умирать, mm-hmm. умираю. Так и переводит, умираю. 15-2. Mm-hmm. Хорошо. Ну, допустим. Ну, я умираю, освобождаюсь, бездетно. Сын же масок. Это, кажется, было слово домочадец. Ой, погинулся. Это либо домочадец, либо раб даже. Ну, может. Мой. Этот Дамаск или Елиезер? Мне кажется, что Масок — это сын моего раба. Мне кажется, так сказано. А Масок — сын. Тут непонятно просто, какой поднешь Масок, честно говоря. Да. Мне кажется, это сын. А вот этот человек Масок — это сын моего раба, моего домохозяйского раба. Не знаю, кто это такой. Угу. Кайпен Абрам. Подожди, секунду, я еще не понял до конца. Все-таки смотрите, там дальше что написано. Он дамаскианский, ну, то есть это, видимо, его происхождение из Дамаска, да, или из Эр. То есть получается, что Масок — это в генитиве было. Значит, а вот сын моего раба Масока, вот он по происхождению Элиезер из Дамаска. Видимо, так. Тут просто непонятно падежи. Я не понимаю падежи. Элиезер и Масок — это что? Элиезер, видимо, все-таки номинатив, а Масок — генитив. Смотрите, о чем он говорит. Он говорит о том, что у меня нет детей. А... зато есть раб, а у этого раба есть сын. То есть у раба есть сын, который моим домом занимается. А у меня, хозяина, сына нет. То есть это двойная такая, двойное унижение для Авраама, видимо. Так, ну пожалуйста. Кайпен Абрам, пейдей мой, укейду касперма, годео когенезму, плероном месеме. Так, и что? И сказал Авраам. Это идея. После того, как, с тех пор, так, когда, так, как, поскольку. Ну, пока что после того, как мне не дал, это аурист в дидоме? Да. Ты не дал. Ты не дал. Бог не дал. Ты не дал семя. Ну, то есть потомство, да? Да, да, да. Ну, этот домочадец же, ну, раб мой. Ого, клен. Сейчас клену. А, клену. И получить по жребию, наследовать, быть наследником. Значит, ну, будет мне наслед... Он наследует, ну, не мне, а мое, в смысле. Ну, станет моим наследником. Меня, как бы, возьмет то, что от меня останется, Клэрону Месси. Только как вы перевели ЭПИД еще раз? После того, уточните. Как? Ну, не очень подходит, да, по смыслу? Сейчас еще варианты. Сейчас. Когда? Ну тоже, ну значит, когда ты мне не дал, что значит, когда ты мне не дал? Когда? Стих. Поскольку? Конечно, поскольку ты мне не дал детей, поэтому весь мой дом достанется даже не то чтобы рабу моему, а сыну раба, то есть еще хуже, вообще позор, да? Так, вот такая ситуация. Mm-hmm. Видимо, так. Так, четвертый. Кайот фьюз фоне кюрио генито прослоутон лего. Уклерона месей сеутас. Алгос. Экселиус и таиксу. Вот у склероно месисы. Эотхус. Это наречие. Прямой, прямо, правильно. Тотчас же. Немедленно. Да, нашла. Так. А значит, сделался и немедленно сделался голос Господа к нему, говоря, угу. Не в настоящем времени,
А, нет, футуром, это футуром. Не унаследует тебе этот, но... А, не унаследует тебе этот, но тот, который, наверное, воз Экселиус и Тай. Это не Эрхумай? Да, да, футуром. Экс-Эрхумай. Да, да, Экс-Эрхумай. Но тот, который выйдет от тебя, этот унаследует тебе, ну, в твоем смысле. То есть, ну, то есть сын твой родной. Да, да, да. Так, пятый. Ксегаренде утонек со каяйпен ауто. Намлепсон дейстон уранон кай аритхмесон тусастерас и думесе иксаритхмесай аутус. Кайпин гуту сеста и ту спермасу. Так, это не помню глагол. Это аорист. Не аго. Эксаго. Эксаго. Атическое удвоение. Атическое удвоение в аористе. Это аорист от эксаго. Угу. Выводить, уводить. Вывел же его эксо. Вне снаружи, вовне его. Из дома. Из дома просто. Ну, вывел. Хорошо. Вывел же его из дома и сказал ему, она, блядь, сон. Смотрите, вот это, видите, сон на конце? Это да. Императив ауриста. Угу. На ты? Да, ты второго лица единственного числа. Она, блепо. Тогда ты... Посмотри наверх. Угу. Д. На небо, да? Если угу. Ты Д. Еще раз. Еще раз, видите, тоже императив аорист сон. Угу. Угу. Так. Я просто Д смотрю. Это именно теперь. А, какой Д? Вот это Д? Ну, после она. Да, да, да. Это довольно чисто. Смотрите, у нас есть Д обычная. Да. А есть «д» с удлиненной гласной, mm-hmm. ну, короче, вместо «э», вместо краткой «эпсилон» длинная «э». Это усилительная частица. Ну, там миллион всяких переводов, может да, быть. Да, вижу. Вижу. Логического перехода, уверенности, допущения, согласия, усиления, вывод. Ну, ладно. Да ну посмотри же ты на небо, как бы я так говорю. Ну, посмотри, взгляни, что да. Ты негодяй. На небо и... ну, аритхмео, опять на ты исчисли, посчитай, да, да. Звезды, да. Тоже армянское слово, астер. Какое? Звезды. Так же будет, да? Даже женское имя Астрик, звездочка, Астрик. Ничего себе, оно из какого языка произошло? Не знаю, я так не углублялась. Совпадение? Ну, в смысле, совпадение или просто действительно оно европейское такое же? Я думаю, это европейское, но, повторюсь, не углублялась. Mm-hmm. Не берусь точно отвечать. Mm-hmm. На армянском mm-hmm. много такого в честь природных явлений имена. Арев, Аревик, солнышко. И женское имя Аревик. А небо как будет? Так. Уранос. Нет, это не похоже. Небо. Это вы говорите на каком? На современном армянском или на древнем армянском? На современном, конечно. Они сильно отличаются, да? Думаю, да. Да, сильно. Ну ладно. И диалектов очень много. А-а-а-а. Я говорю на одном. Ну ладно, да, дальше. Звезды. Так. Считай, исчисли звезды. Если Дюнамай. Да. Аорист или Футурум? Если, да, Футурум, я думаю, если сможешь, да. Если сможешь. А. А это. А вот это инфинитив аориста. Угу. Окончание. Ну, исчислить опять. Ну, типа того, ведь с префиксом. Да, да, да. И посчитай, если можешь исчислить их. Их, да. Ну, в смысле, ты не сможешь, он хочет сказать, ну, их так много, да? Да. И сказал. Так будет семя твое. Так, в смысле, так много, да, детей у тебя просто? Да. Много, да? Детей, в смысле, детей в широком смысле слова, в смысле, и внуков, и правнуков, потомков, короче.
Так, шестое. Кай пиштел сенабрам тут хэо. Кай элюрист хэо, то есть дикою сюнен. Так, и уверовал, поверил Авраам Богу и элюрист хэо. Логист думай, логист думай, смотрите. Логист думай. Считать, высчитывать, исчислять, насчитывать, относить к числу, думать, размышлять. Что тут дальше? Это пассив, да, у нас здесь? Да, да. То есть... Сейчас. А, следующее слово, дикую сюны, праведность. Ну, может, отнесли это насчет его праведности? Знаете, я думаю, что это не праведность, а справедливость, скорее. А, справедливость. А, ну хорошо. Ну, дальше или как-то... Нет, а что это значит? Подождите, мы не поняли. Элогист хаото из Дикосина. Ну, было отнесено, я думаю, праведность, а почему справедливость? А вы имеете в виду, что Авраам праведник, и поэтому у него много детей будет, да, за это? Нет, из-за того, что он поверил Богу, это и вот было, ну, отнесено насчет его праведности. На что это отнесено? Я не понимаю. Ну, засчитано, лозицу мать. Вот это лучше засчитано, а, да? Хорошо, да. Вот смотрите, но все-таки надо понять до конца полностью эту фразу. Сейчас я посмотрю логидзу май, как используется здесь. To count something to somebody. То есть... Ну, относить что-то, да, считать что-то на чей-то счет. То же самое. Ну, а если перефразировать, что тут происходит? Перефразировать. Ну, вот из-за того, что Авраам поверил Богу, это вот ему плюсик в праведность. Вот, вот так, вот, вы думаете, что это плюсик Аврааму, да? Да. А может быть, это не про Авраама вообще? А... А про кого? Скорее про Бога, то есть дикая сюна, тогда надо понять, как просто процедуру верификации, то есть Бог показал ему на звезды, и, в общем, Авраам поверил, и ему показал, что так оно и будет. То есть он поверил, что у него действительно будет 1 000 000 детей и внуков. Я не знаю, честно говоря. Кажется, нет, потому что ну, Бог и так праведен, нет. Лишний раз доказывать это нет смысла. Наверное, Аврааму. Ну, ладно, может... А зачем тогда, ладно, а зачем тогда он ему звезды показывал? Надо было просто сказать, будет и будет, он ему звезды показал. Я не знаю, давайте французский сейчас возьму перевод какой-нибудь. Так, это 15... Я не понимаю все-таки. Надо внимательнее отнестись к этому кусочку. 15.6, да? Я пока дотыкаю. Ну, у французов калька, как всегда. У них, как всегда, калька. И калька не такая же непонятная, как оригинал. Особенно они грешат этим, знаете, где в латинских, в переводах с латинского тоже. Они, здесь у меня в моем переводе глагол impute использован, приписывать. Ну, то же самое, что по-английски... To, как бы count something to somebody, что-то такое. Сейчас может немецкий открыть какой-нибудь. А justice, то есть а justice это по-французски и справедливость и правда, да, ведь что? Да. Сейчас я посмотрю, если я смогу, сейчас секунду, 15 секунд. Да. Я по-армянски посмотрю. А, ну вот я немецкий открыл. Сейчас, 15.6.
О, в армянском точнее. Элайт хамар, ир хамар, артаручун хамарец. Вера в него была признана праведностью. А, вот так вот. Как, ну, то есть то, что он поверил, сам факт того, что Авраам поверил Богу, это признак праведности Авраама, да? Да. Так? Да. Ну, я, опять же, я не так понял, честно говоря. А в немецком что? Сейчас смотрю, да. Там использован глагол рехнен, рехнен, считать. Сейчас где-то потерял. Рехнете им дис альс бивайс дер трое ан. Трое это же вера, да? Да, вот как у вас там в армянском также примерно, да, получается. То есть Авраам оказался доверчивым, это неплохо, это хорошо. Это, например, доказательство того, что он справедливый человек. Цадок такой, да? Праведник. Ну ладно. Тут интересно, что в пассиве написано «Елогистхэ». Как бы ему было где-то на небесах, ему плюсик поставили, как вы сказали, да, за это поведение. То, что он правильно, да? Такой лайк получил. Ну ладно, хорошо, выяснили. Так, седьмое. Да. Эпенде просто утон. Эвот хиос, о эксерагон, сек хорас кальдайон, восты дюнай суй, тен рентаутен, лероном месай. Сказал же к нему, ему, я Бог, что сделавший, я Бог тот, который... А, это опять экс-аго. Бог тот, который вывел тебя из страны халдеев, гост, чтобы что? Дидумия. Это ауриста дидумия инфинитив. Ух ты. Хорошо. Значит, чтобы дать тебе землю эту, это аорист инфинитив унаследовать. Да, то есть вот тут клорномесса это, видимо, инфинитивус финалис, а дуна это просто инфинитив после госта, инфинитив ауэст. А скажите, а почему тут дуна инфинитив глагол, а не личная форма? Вы помните эту грамматику? Еще раз, почему дунай это инфинитив? Смотрите, вот тут госта это, вероятно... Значит, по смыслу кажется, что это как будто целевое, но по идее тут должно быть не целевое, а консекутивное придаточное. Ну, консекутивное, да. То есть следственное. Это не целевое, это следственное. Но в нем есть оттенок целевого. И этот оттенок выражается через инфинитив. А почему инфинитив, они... Значит, после хоста у нас был, может быть, либо инфинитив, либо личная форма глагола. Вы помните эту разницу? Мы проходили недавно. Забыли? Вспомню, наверное. Смотрите, если у нас есть целенаправленность, то ставится инфинитив и переводится со словом «чтобы». А если есть случайный исторический факт, незапланированный, то ГОСТ переводится не как «чтобы», а как «что». И тогда ставится не инфинитив, а личная форма глагола. Поскольку здесь инфинитив, то мы понимаем, что здесь есть некая целенаправленность. Именно чтобы. Я тот бог, который вывел тебя из земли халдеев, чтобы дать тебе управлять этой землей. Позволить тебе управлять этой землей. После глагола дидуми как раз часто ставятся инфинитивы финалисы. Вот клэронумес и инфинитив финалис. И дидуми иногда можно переводить в таких случаях не как дать, а как позволять. Чтобы позволить тебе этой землей управлять. Хорошо, спасибо. Повторите госта по Янзиной, ладно? Да. Это либо пятый, либо шестой урок, я не помню. Или четвертый, где-то там, возле пятого. Хорошо. Так, ну давайте восьмое. Айпенте деспота кюрия, когда ты гносо моего ты клерономесе, клерономесо ты. Сказал же владыка, Господи, кота, согласно чему, может, кота ти,
Ну, почему? По каким признакам, видимо? Да, когда, да, почему. Как бы, да. Угу. Носо май. Футурум. Да, футурум. Значит, я узнаю, что я футурум унаследую ее, то есть землю. Угу. Землю, думаете, да? Ну, в прошлом у нас... А, да-да, землю. Да, в женском. Извините. Угу, Эпендеуто, лабемой, дамалин, третиджусан, каяйга, третиджусан, кай крион, третиджон, такай трюгона, кай перестеран. Интересно. Сказал же ему Ламбано, на ты вози. Это аорист, да? Это аористный императив. А почему не лабы? Почему лабы, а не лабы? Потому что исключение. Mm-hmm. Там есть 5 исключений, вот одно из них, да? Лабы, возьми. Хорошо. Возьми. Мне. Ай. Дамалис. Девушка? Нет, я думаю, что это здесь не девушка все-таки. То есть тёлку в смысле девушка, а в смысле... Телёнка женского рода. Телёнка женского пола, да, молодого телёнка женского пола, так скажем. Да. Угу. Хорошо. Триетизусан. Смотрите, это интересный глагол, видимо, наверняка какой-то поздний. Три – это три, этос – это год, а идзо – это такой популярный, особенно в кайне, словообразовательный суффикс. Третий годствующую, то есть, который 3 года, по сути. Трехлетнюю. Вот это. Угу. Ну, трехлетнюю, да. И это у нас причастие женского рода в акузативе. Вот это. Угу. Ух ты. Хорошо. Так. Значит... Телицу, если есть такое слово. Трехлетнюю. Давай телицу. И... Айкс. Айкс, третье склонение. Айкс, смотрите на кси. Айкс. Коза. Угу. Опять козу трехлетнюю. И крион. Баран. И барана трехлетнего. И кого еще? Крю... Горлица. Скат шипонос. Рыба. Трюгон. Видим, птиц такая, да? Горлица. Извините, я на секунду посмотрю, что это такое. Ух ты, да, действительно, птица. Семейство голубиных. Хорошо. Горлицу и голубя. Наверное, голубку, да? Голубку, да. Так, вот возьми вот этих всех животных из зоопарка. Я лабендеу то панта таутакай диэлен аута месакай этхнекен аута антипросопа алелойс тадеорнеу диэлен. Так. Элапен, значит, он уже в аористе взял же ему все это. И Диэлен, что сделал в аористе, наверное. Это Диагайрео. Гайрео, смотрите. Дигайрео. Сейчас. Это сильный аурис от ВР. Снимать, раскалывать, разрезать, прокалывать, разбирать, делить. Различать. По-моему, он их разрезал напополам. А, ну да. Тут же мясо посередине. Значит, ну тогда разрезал аута их, да? Их, да, животных. Ну, посередине. В общем, пополам. И Эдхекен. Титхами в аористе. Положил их антипросопа. Алейлус антипросоп.
антипросоп, оно против лица как-то. Я думаю, такое просто выражение друг напротив друга, антипросоп, а, угу. лицом друг к другу, да, как-то вот так. Половинка и половинка, половинки, может быть. Да, аллелуйс друг к другу. А, орная. А птиц же не разделил. Они, ну да, птиц ну, не, почему-то не разделил. Не разрезал, почему? Потому что они маленькие, наверное, или жалко было птичку. Ну, птичку жалко, видите, наверное, отсюда это выражение пошло, да? Не помню, с какого фильма, но да. Катепи теорни айпита сомата. Это дихотом мета ауто, песюне катхисен аутой саврам. Так, это кота байнло, значит, в аурости. Сошли... Корневок. Сошли же птицы на тела. Да, дихотомема. Смотри, как интересно. Дихо это надвое, а томема это от глагола темно резать. Ну, надвое разделенное. Ну, я бы сказал, половинки, наверное. Да. Половинки их. Их. И сюнкатхисен. Смотрите, это глагол сюнкатхидзо. Вообще катхидзо это садиться, а сюн это вместе. То есть вот переведите сначала буквально, а потом я скажу, как это правильно переводить. Хорошо. Авраам сел вместе с ними. Да, он как-то вместе с ними сел, но похоже, что это не так. Но сейчас я открою словаре. Это не так, на самом деле, переводится. Это либо действительно to sit together with, сел с ними, либо he sat with them, либо he drove them away. Он отгонял их прочь. Он отгонял их прочь. Вот как это переводится. И тут у меня, ну, древнееврейский оригинал, то есть древнееврейского это на самом деле так переводится. Хорошо. То есть он отгонял этих птиц, которые пытались съесть половинки, видимо, если я правильно понял. Давай, да. Перед Глио дисмас экстасис эпепесен ту абрам каиду фобос скотай нос мегас эпиптей аутом. Сейчас глагол эпепесен. Это не пипто? Пипто в аористе. М-пипто только. М-пипто. Нет, эпи-пипто вроде бы, извините. Эпи? Но все равно пипто. Хорошо. Эпипипто – падать, спадать, врываться, нападать, налетать, обрушиваться, приходить в голову. А где подлежащее? Сейчас досмотрю. А, экстаз, значит, иступление. Так, около же солнца, дюсмас. Перидюсмас Гелио, вот так вот. Дюсмас это, по-моему, это как когда солнце заходит, да? Заход. Восход? Заход? Нет, вроде бы заход должен быть. Заход солнца. Хорошо. Около же захода солнца иступление напало на Авраама. То есть вечером, да, получается, он сошел, он не сошел с ума, а остался, как бы на него напало вот это странное состояние. На закате солнца, да, экстаз вот этот, как бы обрушился на Авраама, да. И вот страх, скотый нос, темный, смутный, неясный, большой, опять напал на него. А тут настоящее время, да, падает на него. Да, просто это приставка, да. Present с историком, да, на него обрушивается еще и страх, черный и великий, да. Каэретхэ, просабран, хиноскон,
вносила ты пару иконы Стайтус Пермасу, су НГУК Идея, кай Дулусусин, Аутускай, Кусусин, Аутускай. Ой, извините. Да? Так, ага, вот так. Тапай носусин аутос тетракос яйти. Интересное слово. Рео течь лиц струится растекаться. Не-не. Нет? Не, это Лего. Это Лего, спасибо. А, хорошо. Аурист. А если это Лего, то это... Спасибо. А, спасибо, да, хорошо. Значит, сказано было Аврааму, знающий, в настоящее время, да, знающий, гносе, знающий, ты узнаешь, что... Странно. Что это значит, знаешь, что не знаешь? Сейчас дочитаю, может, станет яснее. Ну, давайте. Знающий, ты узнаешь, что парой кос. Это предикат при слове тосперма. Смотрите, видите, там дальше средний род слова. Сейчас, парой кос. Сосед, житель, иноземец. Нет, это еще раз, это предикат при слове тосперма. Это просто вперед выведено. Это гипербатон прилагательного предиката при слове тосперма. Вы начните тосперма. Сперма, эстей. То есть это именная часть сказуемого на самом приесте. Хорошо, сперма, ну, семя твое будет в земле. Не своей. Паруйка. Будет каким предикат паруйка? Соседской. В соседской смысле оно там будет в гостях, а не хозяином. И лососи. Дулосус. Дуло. Это дулово, это не дулево, это дулово, да, это порабощать. Прощать в рабство, да, на футуру. Значит, кто будут порабощать их и делать зло, причинять зло Им, да. им. Смотрите, как интересно. Сперма было среднего рода в единственном числе, а дальше аутус это мужской род в плюралисе. Но это имеется в виду сперма. Это, видимо, твои потомки, да? Аврааму. Значит, тапейносусин. Топейноу. Тапейно, хорошо. Понижать, убавлять, умолять, унижать. Ну, наверное, да, будут унижать их. И, боже, будут унижать их 400 лет. Так, теперь надо понять, что такое генос конгнос. Зачем два раза один и тот же корень, да? Нехорошо. Зачем мы так сделали? Но усиление. В армянском не так. В армянском лали мацифь. То есть знай это хорошо. Да, по-немецки тоже так. Ту зольст ец эрфарен. То есть ты должен это прямо сейчас узнать, отведать. Смотрите, я, видимо, это для усиления. Да, ну да, ну вот, хорошо. Не просто знаю, а хорошо знаю. Значит, смотрите, зная узнаешь. То есть ты прям очень хорошо, сознательно узнаешь с открытыми глазами, будешь это осознавать. Что ты прям не укроешься от этой истины, видимо, вот так вот. Зная, будешь знать. Так, вы где? Вы исчезли. А здесь, да, вы? Поняли, да, что я сказал? Вы Извините, как бы нет, летали. я пропала на моменте, когда вы начали говорить. Извините. В общем, смотрите, геноскон это причастие конъюнктум, а гнос и глагол. То есть ты будешь знать, зная. То есть ты будешь очень хорошо знать. Я думаю, что два раза повторяется один и тот же корень.
для усиления. Ты прям хорошо действительно будешь знать, как у вас это там и приведено. Так. Еще успеем, да? Одно хотя бы. Да. 400. Так. Туда этхнос. Оян дулеус усин криноего. И тады таута экселеусом тай. Одеми там опускиуэйс полес. А, народ же. Который, если... Ну, тут, наверное, Иоанн надо как вот он перевести. Когда, которому ты будешь... Служить? Быть рабом? Да, сказано не очень странно немножко, да, которому ты будешь рабствовать, да? Да. А крено, смотрите, это такой футурум без сигмы. Такое бывает. Я буду крено. Судить. Да? И этот народ, которому ты будешь прислуживать, я ему. Если ты ему будешь прислуживать, я его буду судить. Угу. Ну тут какой-то оттенок, наверное, мы сможем понять этого предложения, только в оригинал заглянув, в древнееврейский. Мы сейчас не будем это делать. Да, ладно. Так. Это... После же этого Экселиусом Тай выйдут сюда. Зачем? А, нет. А. Или это. Смотрите, это плюралис, я, кстати, не заметил. Дулевсусин тоже плюралис. То есть это не ты, а вот эти дети твои. И народ, которому они, и если они будут ему прислуживать, твои потомки, я этот народ буду судить. Угу. А после этого, эксерхумой футуруми, да? Угу. Выйдут сюда. Смотрите, годы иногда действительно переводятся как сюда, как Девро. Но, может быть, это не этот случай, я не знаю. Может быть, не сюда, а просто таким образом. Так, может быть. А может и сюда, я не знаю. Все, нашлось. Слово опускаю вещи пожитки. Значит, с многими пожитками, вещами. То есть с вещами, да, какими-то нажитыми там в рабстве таком или полурабстве. Ну, еще на одно хватит времени. Давайте 15-е. Сюда апеллиусе просто с патерас су медеренес тафейсен гэрэй кало. Ты что? Ты... Апеллиусе футуруме и ап эллиум. Не понимаю, что это за глагол. Аперхумай опять. И он такой. Он такой футуруме. А футуруме же та же основа, которая в аористе глагольная, да. Интересно. Аперхумай. Ты же уйдешь к отцам своим с Айренес. Айрене мир. Ты же уйдешь, да. И, может, вернешься. Только смотрите, это глагол особенный эрхумой, да, у него. Да, обычно футурум и аорист от глагольной основы, а здесь у них просто разные футурумы. То есть у них тут, конечно, ну, аорист не похож на футурум. Но это просто футурум от эрхумой, элеусумой. Элеусумой. Это кстати, он, кстати, медиальный, да, потому что он такой коротенький, потому что второе лицо. А ты вернешься просто, мне кажется. Вернешься. Кому? К отцам своим с миром. Мирно, да. Тафейс. Вот это тафейс — это сложно, смотрите. Тафейс — это от глагола тхапто — хранить. Причастие мужского рода, пассивный аорист, похороненный. Тхапто. Хорошо. Похороненный, вернешься. Значит, похороненный в старости, хороший. Прекрасный даже, может быть. Да. Похороненный в прекрасной старости. То есть ты хорошо умрешь, красиво, мирно и так далее. И вернешься к своим праотцам. Здорово. Все закончится. В точке хэппи-энд будет такой. Угу.